Всем привет, ребята, вы на канале Хаусплац. У нас сегодня находки, скажем так, находок немного, но они хорошие. Плюс у нас сегодня итоги розыгрыша. Мы разыгрывали с вами такой TV-бокс. Вот, и значит сегодня узнаем победителя в конце видео. Так что не уходите, оставайтесь у экранов. Значит, что у нас сегодня найдено? Ну, во-первых, я, значит, вот так вот хочу сразу показать. Такой вот аппарат был найден сегодня. Кстати, вот все, практически все находки в одном месте стояли. Я вот, блин, прям подъехал, все забрал и все в тему прям. Вот. Вот такой вот Bosch. Сейчас откроем, покажу. Вот такая вот машинка. Я ее уже вот так вот доставал, пробовал. Она, значит, слабенько идет, поэтому сейчас мы включим ее в зарядку. И попробуем зарядить. Пока мы тут будем обозревать другие находки, все это будет потихонечку заряжаться. Вот. И потом в конце проверим, нормально она работает или нет. Здесь вообще аккумулятор севший. Ну, в общем, вот так. Да? Поэтому сейчас вот просто ее, как она тут у меня лежала. Вот. Теперь задача, блин. Как она лежала? Да ни хрена себе. Попробую тебе уложить ее, так как она здесь была. Да ну нахер, блин. Да не, ну нафиг. Вот это, блядь, лего. Все, короче, пусть стоит. Значит, сейчас будет... Кто-то будет смеяться, блин. Значит, что у нас? Вот такой пылесос найден очередной. Форвер Кобальт 131. И к нему вот такая вот вещица с адаптером вот таким вот. Ну, кто мои видео смотрит, тот, наверное, уже привык к тому, что я беру всегда такие пылесосы, потому что они стоят денег всегда. И это... Реальные деньги, даже если пылесос находится в нерабочем состоянии. Сейчас мне нужно убрать тут один из приборов. Куча проводов. Куча всего. Так, вот мы включим и проверим его, работает ли он. Ну что, хочу вам сказать, зачет, и, ну, если учитывать там состояние этого пылесоса и так далее, то минимум 50, минимум полтинник уже, значит, есть, поэтому зачет по-любому. Вот, и если кто-то, может, заметил, у меня это самое... Сейчас вот я тоже уберу. Вот здесь вот припрятано кое-что, да? Это тоже, кстати, из сегодняшних находок. Я просто закрыл немножко, чтобы сразу не было видно. Сейчас я открою, покажу вам, что это. Это сегодня тоже было найдено там же, где и все остальное. Вот такая вот вещица. Для тех, кто не понял, что это, сейчас объясню. Значит, это компрессор. Что-то должно быть, но ничего нету. Значит, это компрессор обычный, ну, скажем так, не большой какой-то промышленный, а домашний переносной такой вот компрессор.
Значит, что тут стоит в заявке? 1,5 ХП. Не знаю, что это такое ХП. 10 бар, это значит, он 10 атмосфер качает. И 5-литровый у него вот здесь бак. Вот. В данный момент воздуха в нем нет. Вот такое подсоединение здесь такое. Быстрое соединение здесь стоит. Здесь у нас, по-моему, сброс воздуха. Да. И если сзади повернуть, выглядит вот так. То есть его можно вот так вот ложить на пол. Ну и пользоваться им. То есть вот так вот для тех, кто у кого свой дом, гараж, да, допустим, есть и так далее. Вот это вот, в принципе, замечательная вещь, потому что небольшая, компактная, да, кто-то скажет, что мало, 5-литровый, это мало воздуха, но тем не менее, это вполне себе даже зачетно. Мы сейчас его попробуем включить. Пошумим сегодня. Сейчас как раз шел, смотрел, что соседей моих нету, можно и пошуметь немножко. Итак, включаем. Стрелка, слышали, пошла, да? Стрелка, не слышали, а видели. Стрелка пошла, а вот здесь, ага, вот, скорее всего, поэтому его выкинули. У него вот тут воздух, значит, сечет потихонечку воздух. Да-да. Вот, ну, в принципе, это, знаете, как бы не страшно. Это вот этот краник можно поменять. Можно вообще туда воткнуть. Это сброс, это когда конденсат скидывать. Вот такой вот стоит краник. Можно туда другой краник поставить, а можно вообще болт закрутить, да, то есть как бы не играет роли. Ну, в общем, рабочий аппарат. Видели, как он быстро качает воздух. Вот. Ну что, будем считать, что наша находка еще одна зачетная. Вот. Я даже знаю примерно, кому я ее отдам. Опустим вниз, потому как нас ждет еще одна так называемый сегодняшний финальный босс. И эта находка вообще просто замечательная, потому как я уже знаю, что там. А раз я знаю, что там, и говорю, что замечательно, значит, это так и есть, ребята. Вот такой огромный был ящик найден сегодня. Еще такущий. Кто догадался, что это? Пишите в комментариях. Ставьте паузу, пишите сразу, что это может быть. Ну, понятно, что какой-то инструмент. Хотя вот как мы в прошлый раз ящик от инструментов открыли, а там были вертолеты, да? Но тут, конечно, уже все по-другому. Тут я уже его открыл. Открыл и посмотрел. Вот такие, ну, здесь машина стоит, лежит. Девальт перфоратор, так называемый перфоратор. Охеренная здесь ручка. Здесь какая-то похоже смазка, да? Да, это смазка к нему. И вот самое интересное, что ни одного нету сверла. Вот эта штука есть. Вот эта, которая сюда вставляется. Кстати, здесь она немножко уже так подубита. Ну, в принципе, это не играет роли, этим никто не пользуется. Вот. Значит, что? Машина Девальт D25501. Скорее всего, сейчас посмотрим. D25501.
501, да, это 501. Вот. И мы сейчас ее тоже с вами включим. Посмотрим, что она нам скажет. О! А это хорошо. Так, вот здесь вот выключаемся. Отлично. Отлично, ребят. Сразу там, я не знаю, что к чему, как и где, а вот это вот сразу, ну, твердые 150. Поэтому эта находка больше зачетная, чем другие. Убираем ее. Убираем ее. Все. Закрываем. У нас сейчас еще есть. У нас еще есть вот этот аппарат, который нужно проверить. Я думаю, батарейка чуть-чуть хотя бы зарядилась. Уже, по крайней мере, зарядка показывает, что аккумулятор не дефектный. Это уже радует. Вот. Сейчас мы испробуем его. Это Bosch синий цвет. Это как профессионал. Ну, тут и написано вот профессионал. Да, они отлично работают. Вот чуть-чуть он позаряжался. И вот смотрите, как фигачит. Это вторая скорость и вот первая. Отлично. Ну, смотрите, сегодня прям зашибись. Прям мне сегодня повезло. Ну, в общем, вот такие, ребята, у нас сегодня находки. Кому понравились находки, ставьте лайки, подписывайтесь, будем смотреть, искать. Вот. Ну, а сейчас вас ждет розыгрыш, и поэтому я вам всем, всем без исключения желаю удачи. Все. Пока, до следующего видео. И заранее поздравляю победителя.